Если мы говорим о постсоветском пространстве, если мы говорим о героизации Бандеры, то почему мы не говорим о том, что в центре Еревана тоже ставится памятник тому, кто, в общем-то, возглавлял легион армянский СС? Почему мы об этом не говорим? Давайте говорить шире, о типологии. Вообще, почему у нас избирательно только об Украине мы говорим? Нет, это давайте шире, проблема. Давайте. Да, на самом деле, это общая проблема. На две вещи надо отреагировать. Ну, прежде всего, не было никакого армянского легиона СС. Были действительно люди в армянском движении, в эмигрантском, которые начинали сотрудничать с Гитлером. В данном случае вы сказали совершенно незаслуженно. Сказали о том человеке, которому ставили памятник за то, что он в годы Первой мировой войны спасал армян, которые подверглись геноциду в Османской империи. Поэтому не надо передергивать. Не за то, что он когда-то был знаком с Гитлером.